Новости о кадровых назначениях пришли из стана футбольного Гомеля. Виталий Кушнер занял должность директора клуба. С августа 2011 года он занимал должность заместителя директора, а с конца 2015-го исполнял обязанности руководителя. Между тем, команда продолжает подготовку к новому сезону. С начала февраля футболисты работают под руководством нового главного тренера Владимира Журавеля. Итогом тренировочной недели стала двусторонняя игра. Игра проходила на стадионе «Сдюшор-8». Зрителей было немного, едва ли десяток наберется. Хотя о том, что двусторонка состоится, пресс-служба Гомеля сообщила заранее. Зеленые и оранжевые манишки разделили футболистов на две команды. В составе оранжевых потенциальные игроки основы, в том числе и новички Павел Ситко и Игорь Рожков. Основу зеленых составили игроки, которые в минувшем году выступали за дубль. За ту же команду играли и находящиеся на просмотре Кирилл Войтихович и Руслан Юденков. Первый в минувшем сезоне выступал за Речицу 2014, второй за Городею. Игра проходила довольно живо, подгонял легкий морозец и юношеский максимализм. Молодежь старалась показать себя во всей красе. Правда, активность в центре поля редко заканчивалась опасными моментами. И работы у голкиперов было немного. Кстати, на поле побывали все четыре вратаря, имеющиеся в распоряжении Владимира Журавеля. Низкую активность в атаке и сосредоточенность на обороне отметил Владимир Журавель. Усиление игры впереди – одна из главных задач. На это нацелена и кадровая политика. Возможные новички, скорее всего, усилят именно зону атаки. Первый тайм логично завершился без результативной ничьей. Вторая половина игры также грозила остаться без голевой, однако ближе к концовке мяч все же побывал в воротах. Пропустили зеленые. После подачи углового нападающий Андрей Антонюк ударом головой отправил мяч в ворота. До финального свистка счет не изменился. В целом же команда активно готовится к сезону. У молодежи, как говорится, глаза горят. Однако, по словам опытного Игоря Рожкова, сразу с места в карьер не стоит. Видно, что молодые с задором работают не на 100%, а на 110%. Где-то нужно поспокойнее. Потому что сейчас только организм привыкает к нагрузкам, где-то что-то не готов, травмы не нужны. Нужно пройти всю предсезонку здоровым человеком, чтобы потом тебе хватило этого багажа на сезон. Нынешнюю рабочую неделю футболисты Гомеля также завершат игрой. На этот раз не между собой. На субботу, 13 февраля, запланирован товарищеский матч с соперником по чемпионату Гомель-Желдортрансом.